Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается рабочего момента, связанного с высокой нагрузкой и того, что человек, получается, не выдержал нагрузки и уволился. Вот. Что я могу здесь вам сказать? Вы переживаете сейчас по поводу того, что вот у других в вашем возрасте высокие должности, большая ответственность, вы себя, получается, так и не нашли, потому что сбежали. Я думаю, что здесь у вас, конечно, есть такая, ну, перекрестная история, связана с способностями и в то же время связана с мотивацией и в то же время связана с вашей реакцией на вот, ну, те вызовы, ну, по сути, те вызовы, который бросает вам, в общем-то, ну, ваша жизнь, да? Вот. И я думаю, что то, как вы совмещаете, то, как вы сочетаете в себе вот эти все элементы, и определяют ваше текущее состояние. Да? Возможно, где-то вам не хватило мотивации, возможно, где-то вам не хватило способностей, возможно, где-то вам не хватило какой-то такой адекватной, скажем так, реакции на то, что происходило, вот, потому что, ну, есть такое ощущение, что, например, у вас как будто бы есть чувство, обостренное несколько, чувство справедливости такое, вот, с одной стороны есть обостренное чувство справедливости, а с другой стороны, как будто бы есть вот такое, такая слабость личных границ, вот, а вот вследствие чего, да, мы и сталкиваемся, собственно, с теми проблемами, вот, о которых вы, ну, пишете, скажем так. Вот, поэтому, на мой взгляд, ситуация здесь, она двоякая. И вот вы не задаете свой вопрос, да, вот, то есть, ну, вы его, получается, не, вы его, получается, не формулируете, вот. Было бы, на мой взгляд, очень полезно здесь сделать это, сформулировать вопрос, чего вы хотите. И самое, пожалуй, главное — это то, как вы этого хотите. Вот. Если у вас есть сложности в тех аспектах, которые я назвал, вот, то, на мой взгляд, вам нужно будет
с ними работать. Вам нужно будет с этим работать. Вот. Как-то так, я думаю. Плюс у вас есть определенные непрожитые чувства, непрожитые эмоции, которые необходимо прожить, чтобы лучше понимать, что с вами происходит вообще сейчас. Вот. Вот. Как-то так, я думаю, можно здесь ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.